Народ, привет! Сегодня мы с вами будем устанавливать кузов от JJRC на наш Урал от VPN. И еще, может быть, кто-то заметил, я поменял покрышечки на шишиговских колесах и решил примерить их на Урал. Вот. Мне они очень понравились, и мне кажется, то что они будут как раз дополнять то, что Урал чуть-чуть меньшего масштаба. Вот сейчас хочу посмотреть, как на задней оси они встанут, не будут ли тереться друг о дружку. Вот. И посмотрим. У меня их на данный момент 4 покрышки на прицепе стоит. Вот. Если они подойдут, докуплю еще. И с такими колесами он и приподнимется, и плюс еще ко всему неплохо увеличится проходимость. Нет, отлично. Ничего не цепляет. Вот так вот, смотрите. Зазор есть. И смотрится довольно-таки интересно. По зазорам прям впритык. Вот так вот будет. Мне кажется, интересно. Так, ну ладно, сейчас продолжим установочку. Колесики глянули, колесики подходят. Пока что Урал покатается на обычных колесиках от JJRC, потому что вот такие красивые я забираю на ЗИЛА. Я их уже заказал такого же плана, так что скоро придут и опять у него будут такие. Если он, конечно, не быстрее не перейдет на такие большие. А сейчас мы будем прикидывать, что нам подпилить, сколько подпилить. А, места крепления есть. Выпиливаем вот эту часть. Я ее, наверное, полностью так вот выпилим, чтобы она нам не мешалась. Так, смотрим. Посадочные отверстия. Посадочные отверстия. В отличие от JJRC и Шишиги, хотя по Шишиге я не помню, на Урале стоит 160 двигатель, на JJRC 130. Вот. Но сильно понять по JJRC не получилось, потому что движок насколько мощный, не мощный. Ну, скорее всего, он слабенький все равно. Так как там не было пропорциональный газ, и он сразу лупил до конца. И, то бишь, на нем плавно вообще было невозможно не тронуться, не ехать, ничего. На баках срезал я крепежи, которые для Кунга шли, направляющие. И сейчас нам надо перенести заднюю вот эту часть немножко дальше. Потому что у JJRC кузов побольше. Сюда будет у меня, значит, держатель для колеса. Напечатаем на 3D принтере. Только вот не знаю, на Урале одно или два колеса стоит сзади. Вот. Может быть, и не буду ничего печатать. Сейчас прям возьму, болтиком прикручу к кузову. Сейчас посмотрю в интернете. И
решим, что тут будет. А пока что переносим заднюю чуть сюда, просверлим отверстие, где надо, и прикручиваем. Не буду вообще прикручивать. С боков сверлить ничего не буду, потому что она стоит в пазах, тут не гуляет ничего. И она и так будет нормально держаться. Кузов длинней. Соответственно, моя идея, наверное, по поводу вот этого цента не зайдет. Так как дух не хватит. Тут на целый этот больше. Убираем тент и будем делать наш. Как на нашей шиге и на прицепе. А это когда-нибудь, куда-нибудь еще годится. Ну, нормально. Вот так вот сделаем опять. Пойдет. На данном этапе вот так он выглядит. Сейчас уточняю, где были ли у него тут сзади колеса, на чем они были, если да. А, и забыл я еще провести в кузов провод. Так, народ, смотрите. Для сравнения. Насколько короче кузовок у Шишиги. Если сравнивать с кундом, то в принципе продолжаем видео про наши Уралы. Их сравнение, замеры. Сегодня я уже говорил то, что у меня есть на наш Урал колеса немножко другие. Вот. Другая резина. Я ее одел на шишиговские диски. Вот. Она идеально подошла. И она выше размером. Вот. Настолько. И вот этим я хочу компенсировать то, что он меньшего размера. Вот. Тут вот, грубо говоря, вот этот больше прям вот похож на 16 масштаб, нежели вот этот, но копийность чуть-чуть попроще. Зато мотор мощнее. Ну, как бы вот плюсы и минусы, вот все сочетаю, вот так вот, туда-сюда, туда-сюда варьируется. Вот. Борт мне нравится повыше здесь сделан. Ну, что еще? Колесо вот я также буду делать, чтобы было и у меня здесь, на этом Урале. Не знаю, вот буду красить или нет. Возможно, вот этого мы покрасим также в хаки, в зеленый цвет. Посмотрим уже чуть-чуть попозже. Обязательно выпилим вот здесь под ветровое стекло. Боковое, чтобы обзор был лучшим. Так, ну что, смотрите, я сегодня хотел произвести такое вот такое небольшое сравнение. Так, значит, мы берем наш штангель электронный, чтобы не заморачиваться. Вот. Сейчас единственное, что я еще принесу зила, потому что родные колеса от Урала на нем сейчас стоят. Вот такой вот небольшой автопарк. Так, значит, что мы делаем? Мы берем сейчас, включаем нашу штукенцию в нулях. Так, открываем запаску и меряем ее. Вот так и вот так. Еще разок. Без поджима, чтобы. Ну, я считаю, что 67 миллиметров. Родные
колеса от Урала 67. Так, значит, мы берем, теперь его убираем. Все. Так, МЗ пока на задний план уберем. Так, смотрим, значит, родные колеса от JJRC, потому что они таки как раз тут у нас и стоят. Так, берем и сравниваем. Ну, в принципе, без поджима те же самые 67 сантиметров, миллиметров. Так, а теперь мы меряем колеса, которые хочу поставить я. Ну, давайте округлим 75. Так, давайте померим, что по ширине. Так, эти у меня, ну, тут 29,4. Давайте будем считать 29. А эти 24, плюс 5 миллиметров к ширине. Соответственно, меньше будет проваливаться куда-то, но проходимость, я думаю, будет намного выше. Ну что, разбираем, перебираем. Поехали. Перебрал я, значит, колеса на Урале. Теперь он смотрится вот так. Прям он стал таким прям интересным, солидным, здоровым. Вот. Теперь он такой прям мощненький. Вот. И самое главное, не сказал, какого размера колеса на МЗ. Так, вот 69,7 вообще вот выдало. 69,7.